камассия. Мелколуковичное растение. Растет до 80 сантиметров высоты. Высаживается осенью. Зимующие. Сначала вот такие розеточки. Здесь вот это гнездышко уже несколько лет ему на этом месте. Вот они разрастаются. Сейчас уже пошли по две стрелочки с одной луковички. Вот он многолезный. Оно не агрессивное. На зиму не надо выкапывать. Цветочки идут, начиная от цветения снизу доверху. Вот такая красота. Голубая-голубая. И вот пока не закончит оно цветение до конца, как сечечка, снизу доверху расцветает. Один цветочек отцветает, второй зацветает. Это называется камассия. Лекарственное растение. Синюха. Зимующие. Хорошо разрастается. Сеется очень мало. Вот один кустик вот такой высоты вырос, а второй кустик вон уже повыше. Вот у нее такая розеточка. Это немножко другой сорт. Видите, здесь кончики темные. И вот такие меленькие цветочки у синюхи. Лекарственное растение. Симпатичные листики. Морозом не боится. Размножается и семенами, и делением куста. В одно время вместе с синюхой и камассией и цветет додекатион или паникадильник. Или называется еще цветок 12 богов. Он очень похож на цикламен, только в миниатюре. Розеточка у него вот при земле. Сначала листики. Выше 20 сантиметров она не поднимается. Вот такая. Цветочек с клювиком. Очень симпатичное, нежное, но очень миниатюрное растение. Тоже зимующее и прекрасно размножается. Не агрессивное.